В прошлом году в Актау зафиксировано 70 фактов возгорания. По словам специалистов, это связано с неисправностью электро- и газового оборудования, а также с нарушением элементарных правил пожарной безопасности. В связи с этим огнеборцы усилили профилактические мероприятия в областном центре. Начались они с поселка Мырзах. Согласно статистике, в прошлом году в регионе зафиксировано более 200 пожаров. 4 человека погибло. 2 десятка получили травмы различной степени тяжести. Уже в этом году, 6 января, в Жаноузене 5 человек отравились угарным газом. Один погиб, четверо в тяжелом состоянии. В этой связи в селе Рауан активизировалась профилактическая работа. Цель – проверить газовое оборудование и объяснить правила эксплуатации. У нас есть маленькие дети. Мы всегда стараемся соблюдать правила пожарной безопасности. А то, что пожарные проводят такие мероприятия, считаем правильным и нужным для населения.